Добрый день, добро пожаловать ко мне в гости. У нас на улице унылая пора. Не осень, конечно, но очень уныло. Идет дождь, холодно, ветер. Погода испортилась. Но настроение-то не испортилось. И поэтому приглашаю провести со мной немножечко времени. Я буду готовить ужин и хочу испечь первый раз хочу попробовать испечь торт «Молочная девочка». Никогда не пекла, посмотрела видео, вроде бы кажется, что легко. Вот хочу попробовать. Так что ваша поддержка мне обязательно нужна. Я прошу прощения, у меня там стиральная машина издает звуки. Thank you.
Thank you.
Вот такой тортик у меня получился. Ну, по идее, молочная девочка называется. Но я тут добавила немножко своего. Это у меня размороженная клубника. Она немножко потекла. Но мне же не на выставку. Так что вот так попробовала сделать. И там немножечко между слоями тоже клубники положила. Дальше на ужин у меня готова курочка тушеная с овощами и рис. Сейчас вытащу из пакетика, а муж придет, подогрею и подам. И вот еще ноутбук стоит. И салат. Все, вот такой вот у меня сегодня день. А вам спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Да, и, конечно, пишите комментарии. Всем пока-пока. Муж пришел с работы, я вот жду его реакцию, когда он тортик посмотрит. Прям не мог мужа дождаться. Да я монстр, зай. Ну, конечно, видите, какой уставший пришел. Замученный. Бородище сбрил с усами. Да, и погода испортилась. И погода испортил. Сбрил усы с бородой. Говорит, тепло уже на улице, надо сбривать. Ну вот, а на улице опять холодно. И дождик моросит. Похолодало. Ночью до минус, да, Сереж? Минус один, минус да, два? Да, до минус трех. Ого, заморозки. Вот так вот. Такая у нас весна. Ну, посмотри, пожалуйста. Я еще какой вкус еще не знаю. Все? Ужинать, видимо, будем тортиком, да? Тортиком. Он немножечко еще постоит. Ну ладно, пусть настаивается. Я надеюсь, что он вкусный. Мне же уже не терпится, как там, что там получилось. Подожди, ну дай настояться. Так. Ну как обычно. Ну мне можно поменьше. Просто интересно, что там получилось внутри. С краешку так. Угу. Опа. Ну так красиво вроде. Конечно, вкус муж оценит. Да мы сейчас оба оценим. Мы вот так сейчас сделаем. Тебе с фруктой, без фрукта. Ой, мне все равно, Сережа. Я как-то. Вот так вот удобно, когда такие тортики квадратные. Можно как пироженка резать. Вот. Красота. Надеюсь, что вкусно. Ну, крем, скажи, вкусный, да? Крем вкусный. Ну и хватит.